Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Секира. Окей, я, короче, думал, вы знаете, что... Вот только мы в первый раз, да, к торговцу пришли. То, что у него там хорошие предметы будут. Почему? Потому что я там посмотрел по торговцам, да, вот типа где маски. Есть два торговца, которые живут вот этих типа урнах. Это если вы помните из воспоминаний. Да. А есть торговцы... Это обычные, которые за 5000. Всего три части маски. Маска — это очень-очень хороший предмет, поверьте мне. Это очень хороший предмет, но это только когда мне за него что-то дают. Если же мне за него ничего не дают, тогда нафиг он нужен. Так, лево-право. Ага, значит... Ой, я этих когтяшек слышу. Так, мы отсюда пришли, да? Тогда налево. Ничего не помню. О. Что, куда? Это вот то, что мы сдалека видели, вот там. Чик-чик-чик. Это вот там, где были три душонки. Там, где были три душонки. Больше выше нельзя. Так, куда я вообще иду? Да, я иду, хер его знает. Воу-воу-воу! А? Суицид. Изи. Вот зараза. Да? Отравление на меня вешает, видите ли. Вот лекарства от них. Да. Что? Там бусинки были? Ни хрена себе. Там, кажется, бусинки были. Да, там бусинки были. Ни хрена, ни хрена. Так, ладно. Погнали, далее. Ну, бусинки. Бусинки. Это хорошо. Бусинки — это уважаемый предмет у нас здесь. Ни хрена себе. Ни хрена. Вас здесь. Ну я мщу, я просто мщу. Давай, удар ногой. И что, все? Все. О, левел ап. Ништяк. Все. О, божественные конфетти. Подожди. Плюс 2?
меня было 4 штуки. У меня было 4 конфетти, да, плюс одна штука, ладно. Я просто, знаете, что подумал? Че я подумал? А куда мне идти? Вот что я подумал. Я что-то чет немного заблудился. Вот каплюшку заблудился. Да. Куда мне вообще идти? Хотя по сюжету куда мне идти? Туда что ли? Ну, давайте еще раз наверх сюда сходим. Ну это просто только сюда. А там прохода нету. Поэтому возвращаемся обратно, как я понимаю. Или есть проход, о котором я не знаю. Я вообще уже ни хера не понимаю. Вниз это пропасть. Так. Объясните, что мне делать или куда идти. Я заблудился. Я заблукал. Слишком темно. Помогти. Отдохнуть. Переместиться. Блин, ну у нас остается с вами только этот. Самурай. Храм. Мы точно все в храме сделали. Так, причесно, что-то мы забыли. Что вот мы могли забыть? Алло. Алло, здравствуйте. У нас крепость, что мне в крепости делать? Точно нет тут прохода? Вот, давайте еще немного пробегу здесь. Если же нету, значит пойдем отсюда. Если окажется так, что тут что-то да и есть. Но они меня обманут и просто не хотят мне открывать ворота. Заперто. Как оно может быть заперто? Вон, я вижу проход, алло. Что заперто? Змея. Алло, выпустите, я хочу выйти отсюда. Но я понимаю, что мне отсюда не выйти. Как бы это было бы не прискорбно. Ну да, я так и понял, что там просто пропасть. Ладно, не будем мучиться. Нам нужен храм. Нам нужен храм. А для этого мы берем. Перемещаемся. Храм Сэмпом. Давайте... Еще раз в главный зал сбегаем. Где у нас еще что может быть? Думай. В принципе, вариант. А, там тоже дверь закрыта была, алло. Я открыл дверь, которая, блин, оказывается, там два воина сидят. Я думаю, о, класс, я нашел проход, ага. Вон, проход, вон, два пацана стоит в проходе. Отлично. А, кстати, вот еще и дверь. Ага, почти. Почти дверь. Почти угадал. Но это не открывается. Закрыто с другой стороны. Вы думаете, я помню, что там с другой стороны было у нас? Я не помню, что у нас было с другой стороны. Не, типа, я могу, да, пробежать. Давайте пробежим, в принципе.
Окей, ищем проход отсюда. Привет. Я не помню. А, на дерево. В принципе, как вариант. Чё это куда дали? Там эти мелкие черти. То есть мне точно не туда. Там был замок у нас. Давай сражусь, давай. Ай. Я не понял, не заблокировал ни хера, все. Валю, плохая тактика блокировки. У меня плохая тактика блокировки. Ой, бля. Я сейчас таких дров наломаю. Сейчас потом, наверное, хер отсюда и выйду. Чел, давай ты меня покинешь, забудь обо мне. Уходи. Я пробегу. Я понял, что мне нужно идти только к боссу. Умничка. 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 Они меня не заметили? До свидания. Я не понимаю, я не понимаю. Ладно, идем убивать босса. Пытаться. Пытаться, по крайней мере. А знаете, что я еще подумал? Переместиться к торговцу. А переместимся мы вот сюда. К воротам осинам. Сходим наверх. Там есть еще мужичок, у которого я только купил семечку. У нас сейчас 400 с чем-то, по сути. Так, а сколько у нас в кошельке? Подождите, сколько у нас кошельков всего? Если что, я могу купить часть маски. Короче, что дает часть вообще маски? Часть маски собирается из трех... Вообще, маска собирается еще из трех частей. Если у нас есть уровень... Мы можем уровень обменять на усиление атаки. И все. Да, мы усиляем. Жестко усиляем. Все делает. Поэтому, блять, сколько у меня ящик мешочков. Это у меня по 500. А так, слышите, я могу купить сразу маску. Может, маску купим? Или чем? Или потом? Сначала все здесь поделаем. Купить предмет. Мешечек. Купить мешечек. Блин, я не знаю. Я не знаю. Чёрта, я не. А где тут? А где этот был? С печком за кусок маски. Кажется, тоже в разу. Не, там был в это замок Ассина. Где мужик с колоколом? Тот продавец не нужен. Да, войди продавца, который у нас в центре живет, да, у главной этой, у Дедана. Там есть этот. Так, переместиться сейчас.
Там, короче, у того торговца у нашего должны продаваться по 300 рублей. Ну, по 300 вот этих единев. Порошочек против вот этих всяких призраков. Он должен быть безграничным. Безграничным. Но увы там, что вообще этого не продается. Я не знаю почему. Давай покупи предмет. Купим, купим. 5000. 5000. Ага. Ну давай, поехали. Только мне нужно точно рассчитать. Подожди, я опять зашел купить, продать предметы. Хотя мы можем и младенца продать. Все равно ралли я буду его юзать. Это только сотка. Камон. Так, ладно. Деньги, деньги, деньги. 9.45. Получается, один такой я использую. И все эти. Давай сначала все. Тебя все. 4.500. Окей. И один мешочек. Так. Купить предмет. Под маски. Купить. Так, хорошо. Дальше. Сколько у меня этих? За... По сотке. 800. Я хочу купить еще у другого торговца в горе, если вы помните. Так, переместиться. Мне нужен замок. Ага. Вспоминаю, где был босс. Где был босс? Так, мне нужно сюда. Как же сложно все это дело. Я не знаю, как я буду сейчас убивать босса. Будет жопа, наверное. У нас с вами три призрака или два призрака. Вот этот босс основной. Потом у нас еще с вами этот есть. В зимнем доме. Там что-то, мне кажется, жопа. Там я буду жопу рвать, как нихер делать. Там я буду жопу рвать, как нифиг делать. Да, 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 да. Он легкий, да. Минутку, 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 минутку. Ладно, денег у меня все равно нету. Эй. Эй. Я не умею блокировать. Не-не, ты чё? Ай. Ладно. Вот, ну как? Мне стамину сломать. Не.
Тихо. Ой-ой-ой-ой, тихо. Ух. Нечестно. Нечестно, нечестно, нечестно. Ай. А это нечестно. Я повторяюсь, это нечестно. Вот, а что мне нужно было сделать? А. Ох, тихо, тихо. Ой. Ой, ой. Ой, ой. У, а кто умер? А кто умер? А кто умер? А, ты умер. А не я, ты. Впечатляющая Синоби, божественного наследника. Но ты достоин большего. И желаешь ли служить другому господину? Это ересь. Ересь, говоришь. Если на кону судьба Асина. Я готов пойти на любую ересь. Готов вынести любое бремя. Узри же, молния Томоэ. Вкусно. Вкусно. У меня хил нет. У меня хилок нет. У меня хилок нет. У меня хилок нет. А у меня хилок нет. А у меня хилок нет. Хилок. У меня хилок нет. Дрожжи не считаются. Что мне делать? Какие у меня вообще способности? У меня есть против этих молнии. Пассивные. Подожди. Дыхание природы тень. Пассивный навык, останавливающий концентрацию при успешном смертельном ударе. Ага. 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 Классно. Ага. 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 Угу. Ну чё, пацаны, хе-хе.
Так, не-не-не, давайте я все-таки попробую. Еще дрожжи. Ну! На! Добивающий! Асина! Кайсиноби! Кайсиноби! You dead man! Воспоминания Генитира. В память о битве с редким противником, ставшего сердце волка, медитируя у идола Рещика. Так Генитир Асина был заклятым врагом волка, отомстив которому он обезвал кодекс. Изучение навыка. Техника кровавого дыма. Техника ниндзюцу превращения брызги крови в жертвы в дым. Расходы эмблемы духа активируются после выполнения смерти удара сзади. Дым позволит скрываться от глаз врагов и воспользоваться элементом неожиданности. Путь Синоби — это борьба между жизнью и смертью. Смерть для него — источник силы. Ну, короче, техника ниндзюцу. Все, вот это благодаря новой технике нашей. Вот этой вот. Да-да, вот благодаря чисто ей мы... Все это замутили, да, правильно. Сложно, сложно. Я не думал вообще, что там будет вторая еще фаза. Не, знаешь, что есть? Да, пора спойлерил, но чисто какие и боссы. Я вижу, вы победили. Что тебе? Я не желаю вам зла. Синоби божественного наследника. Господин Генитира. Это... Воды молодости? О, да ладно, еще? Еще раз? Я больше не выживу. Наш клан. И наши земли для меня все. Ради них. Я готов оставить человеческий облик. Воскрешение. Yes. Да. Верно. Прощай. Вау, 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 жестко. Так меня еще потрясает то, что я его убил на второй фазе. Ну именно, когда он превратился еще в одного. Ух, жестко. Все-таки дрожжи, да, мне помогли. Ну, замечу, у меня еще воскрешение было. Алло, у меня еще целое воскрешение было. Наконец-то я смогла выполнить наказ господина. Спасибо вам. Так, кому именно ты служишь? Исину Асина? Я лекарь на службе у господина Исина. Но почему он приказал тебе помочь мне? Господин Исин не желает использовать силу крови дракона. Вот почему он... Он пытается помочь господину Акурас бежать от Асина, верно? Сообщение, что я нашел в колодце, его написал ты? И это верно. Я исполнила поручение, но... Здесь есть некто, который, как мне кажется, господин Кура ждет вас внизу. Да, изи. Так, давайте я отдохну. Отдохнем. Отдохнуть.
Отдохнем, и мы отдохнем. Отдохнуть. Что мы делаем? Давай без фрезов. Здесь нам нужно... Как я помню, что-то так делать. Открываем форточку, вот это. Сокращение пути. Да, я тихий. Подслушать вы. Когда же вы ушли с пути, господин Ганитера? Бля. А, я драт. Я ж тут бить ни хера не могу. И бегать, походу, тоже. Ой, стоять! Я ж могу рисинки взять для старухи, помните? А я помню. А я помню. Господин, я пришел за вами. Да, я рад, что ты пришел. Пойдемте. Мы должны уйти из-за стены. Волк, моя кровь. Кровь дракона делает людей бессмертными. Это касается и тебя. Да, господин. Я хотел спасти тебя. Я бы без колебаний сделал то же самое, попав ты в беду. Но и бессмертие продолжает скверно. Как и клятва бессмертия, воды молодости и драконья поветрия. Они меняют людей до такого степени, что те уже не могут вести нормальную жизнь. Я желаю покончить со скверной, порожденной наследником дракона. Волк, ты поможешь мне достичь цели? Помочь курам, сделать жезл кодексу, защитить кура. Помочь. Давайте поможем. Я не могу нарушить железный кодекс. Ой, бля. А если я нихера не выберу? Ой, я вижу там секретную стену. Здравствуйте. Здесь некто, который, как мне кажется, вы будете рады увидеть, господин Кура. А, ладно. Можно без фрезов. Я хочу помочь, Кура. Окей, делаем таким образом. Отдыхаем. Я знаю, что я сейчас делать буду. Фигню делать. Вот. Вот что буду делать. Фигню. Без фрезов можно. Окей. Тут. Изи фрезы. Пойдемте, мы должны уйти из-за стены. Волк, моя кровь. Кровь дракона делает людей бессмертными. Это касается тебя, так, да, господин. Я хотел спасти тебя, но и все же скверно. Бессмертие продолжает ради тебя наследник цели. Помочь Кура. Следовать железному... Я не могу. Защитить вас, божественного наследника. Такой мой долг, такого повеления отца. Сколько раз ты уже умирал и снова воскрешался ради меня? 2, 3 раза? Или, может, столько раз, что и уже не сосчитать? Это было ради защиты господина, так что количество не имеет значения. Я не хочу обрекать тебя на вечную жизнь. Волк, помоги мне разбить узлы бессмертия. Будет исполнено. Спасибо, верный волк. Так, окей, короче, что мы теперь творим? Нам нужно на хорошую концовочку, так? А для хорошей концовки нам нужно, знаете, что делать? А много что. Нужно сходить и туда, и сюда. Я вижу, вы поговорили с господином Кура. Да. Если присмотрите, мне кажется, что вы стали выглядеть чуть менее хмурым. Окей, давайте так, короче, на этом закончим. В следующей серии я замучу так, что у нас будет уже гарантированно, ну, почти гарантированно хорошая концовка. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья, всем пока.